12 февраля 1945 года. В течение 12 февраля севернее и северо-западнее города Бытгущ наши войска в результате наступательных боев овладели городом Швец, а также заняли более 120 других населенных пунктов. В Будапеште наши войска, сломив сопротивление противника в западной части города, заняли более 200 кварталов, в том числе Королевский замок и Старую крепость, и к исходу дня завершили бои по ликвидации остатков окруженной группировки противника. За 12 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 70 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 12 самолетов противника.